Здравствуйте, меня зовут Владимир Козлов. Я представляю сегодня мою новую книгу «Свобода». Это книга о 90-х годах прошлого века. В ней есть многое из того, что принято связывать с той эпохой. Бандиты, экстрасенсы, рейвы, маргинальная политика. Практически все это уже превратилось в стереотипы, штампы, которых я хотел избежать. Моя задача была в том, чтобы, с одной стороны, попытаться воссоздать атмосферу того времени, а с другой – посмотреть на него из сегодняшнего дня. Да, мы живем в совсем другое время, но оно во многом сформировалось как раз-таки тогда, в 90-е. Именно тогда люди, до этого жившие в СССР, впервые почувствовали вкус свободы – политической, творческой, экономической, сексуальной. И книга во многом об этом. Что делает человек с внезапно свалившейся на него свободой? Что свобода делает с ним? И ради чего он от этой свободы готов отказаться? Также хотел бы пригласить тех, кто находится в Москве, 17 сентября на концерт-презентацию книги с группой «Вивисектор» в клубе «Шоколадная фабрика». Начало в 8 вечера. Клуб находится по адресу улица Рабочая, 38, метро Римская, площадь Ильича.